В Махачкале продолжаются работы по высвобождению тротуаров. Мероприятия по демонтажу незаконных построек пройдут поэтапно на территории всего города. Мэрия Махачкалы призывает владельцев коммерческих и частных объектов подумать об удобстве граждан и внешнем облике столицы. В противном случае специалисты отдела по вопросам координации капитального строительства проведут снос незаконных пристроек в установленном порядке. Но стоит отметить, что некоторые предприниматели сами изъявляют желание привести в порядок тротуарную зону. Ну, я вижу, что это неудобство людям приносит. Поэтому думаем, раз надо, город приводят в порядок, сделаем, мы тоже уберем. Ну и другим, я считаю, не стоит ругаться, нервно к этому относиться. Надо с пониманием отнестись и самим уже демонтировать аккуратно, убрать, заранее обдумав, поменять.